Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло, ну? Что здесь живут такие... Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь... Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь... Мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан, я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Меня, малыш. Ты меня слышишь, Питер? Если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь. А я пойду искать папу. И
Питер! Питер, очнись! Давай, скажи что-нибудь! Безумие! Вон туда! Мам! Мам! Майлз! Я могу дышать! Вот черт! Скорей! Думай! Скользит! Держу! Мам! Майлз! 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 О, ты в порядке? Ты молодец, парень. В порядке? Да, да, да. А ты, ты в порядке? Нормально, мам. Нормально. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Ладно, слушай. Я люблю тебя. Мне надо найти папу. Нет. Майлз, папа. Нет. Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Майлз! Папа жив. Я знаю. Он был прямо там. Что за черт? Куда это ты? Что? Санька, иди пулю. Нет! Нет, нет, нет! Пока не могу. Надо как-то обойти этих парней. Здесь живых нет! Идем! Папа был там! Надо ему помочь! Давай! Я найду тебя.
Нет! Стойте! Нет! Хватит! Нам пора. Сейчас же. Папа! 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 Папа, нет! Очнись, пап! Очнись! Очнись! Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но... Просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или... Со временем станет полегче... Или, знаешь, таков замысел Божий. А, прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Серебряная птица, мы спускаемся на точку. Там еще один. Оружие к бою. Что-то новое. Нет, нет, этот мой. Я убью этого ублюдка. Эй! Так дела в нашем городе? Не делаю! Код ЧП-1. Эй, эй! Может, сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. Как эффектно. 8 из 10. Девять из десяти. Отпусти. Он работает с нами. Юрий, может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова. Глава Соболь Интернешнл, частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. А у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Иди. Все потом. Питер,
Раз ты за главную, пока мистера Ли нет, кто делает твою работу? Я. Но помощь мне не помешает. Есть кандидат? Вообще-то да. Его зовут Майлз Моралес. Откуда я его знаю? Это его отца награждали в ратуше. А. Я говорил с ним на похоронах. Он очень не глуп, просто у него трудный период. Знавала я такого мальчика. Помню, работа мне помогла. Вдруг и ему поможет. Вот номер его мамы. Да, я ей позвоню. А от мистера Ли не было новостей, а? Нет, а что? Да просто. У меня есть еще время до работы. Пойду осмотрюсь, может быть, где-то смогу тебе помочь. О, ты не обязан. Я знаю, я сам хочу. Надо проверить офис Ли. Пит, рад, что ты в порядке. Да, пока держусь. Кабинет закрыт. Как мне туда попасть? Без шума. Я все время на нервах. А, никогда не видел этой комнаты. О, что это? Высоковольтные провода. Зачем такая мощность? Я понимаю, но номер договора... Комната, что я видел из воздуховода. Она должна быть прямо за алтарем. Родители Ли. Похоже, в рамке замочная скважина. Я думал, родители Ли отказались от него. Зачем хранить память о тех, кто тебя бросил? Рассказ о призраках, который отец Ли читал ему. О демоне, которого можно обуздать только самоконтролем. Дневник Ли. Уверен, он от замка в портрете. Какой-то замок с секретом? Да! Прячешь, Ли. Ли передавал свои силы другим. Как Ли наполнял это своей силой? Биоэлектрическая индукция? Фазовый сдвиг? Моя сила растет. Впитывая мой гнев. Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал. Чтобы победить монстра, нужно стать им самому. Здесь все о Нормане Осборне. Вся его карьера. Ли, похоже, помешался на нем. А Скорб когда-то засудили за неправомерные клинические исследования. Они скрыли это? Никогда об этом не слышал. Ли помешался на масках. Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен притворяться кем-то, чтобы выпускать тьму из себя. Притворялся демоном, пока не стал им.
Жуть. О, это папка, которую МДЖ нашла на аукционе. Это может помочь мне понять, что планирует Ли. Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Полиция или Мэй. Даже думать не хочу о последствиях. Так, как мне отсюда выбраться? Привет, Питер. Мистер Ли, я думал, вас нет в городе. Ты нашел то, что искал? Мартин, ты здесь. Я возьму. Спасибо. И скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Питер был там, но ему повезло. На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат. Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют? Думаю, вам с моего вовсе не о чем тревожиться. Если будете держаться подальше от опасности. Что ж, мне пора. Когда вернешься? Когда закончу. Стойте, стойте! Что за... Привет, доктор. Привет, Питер. Освобожусь через минуту. Ого, сколько тут всего нового. Надо подумать над организацией рабочего пространства. Где вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Готов? Все хорошо?
назад! Это все твоя вина, Норман, сукин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините. У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть? А я здесь все подготовлю к новому запуску. Значит, простите, что спрашиваю, но, похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. В старших классах назвали 2О. Да, добавить корпы, вот, так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. О, ты не хочешь попробовать сам? У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет, с сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь. Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Пропущено от МДЖ. Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. Не волнуйся, работа подождет тебя здесь. Что это? Питер, ты не поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Я была там. МДЖ. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Тот офис. Возможно, внутри есть что-то, связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Чуть крысу не прибил. Надо убрать этого типа с дороги. Мартин Ли платит боссу? Да. Этого зверя мы создали для Ли. Ли финансирует проект босса. Все счастливы. Хреново. Лучше поправь это. Босс разозлится, если заметит. Нужно проникнуть в тот офис. Так на что босс тратит деньги, полученные от Ли? Что они строят? Это все для Ли? Ты ее пробовал? Осторожно.
слышал. Потихоньку. Это место пугает для меня. Для чего нужны эти огромные колеса? Где она? Я же тут ее оставил. Что это? Какое-то военное оборудование? Эй, кто-нибудь возьмет еще пиво после этой смены? Вот и офис. Но на пути к нему много людей. Кажется, это важные бочки. Алхимакс. А что здесь? Босс, не надо! Ли не заметит! Надгробие. Ты прав, Рик. Не заметил. Потому что нечего будет замечать. Вот черт! Я сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Я разочарован. Мне нужен новый сварщик. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Ну давай. Мне что, это кажется? Стойте! Где же ключ? Что это за звук? Ну давай. Получилось. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина? Ну вот. GPS-трекеры. Для чего они над гробью? Так, братва. Уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Ладно, я хочу сказать, больше так не делай, но знаю, что ты все равно сделаешь. Так что... возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот... без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но
Почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала... Может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук. Нет. Женщина. Не помощницей. Партнером. Только не это! Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Звучит знакомо. О, финдиректор Аскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Куда мне ее лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер. Платежную информацию о докторе Айзеке Дилане. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Давай, давай! Стойте! Этот лифт! Сейчас! Почти достал! Старайтесь падать медленно! Есть! Порядок? Да, наверное. Ага, да. Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. Привет, Юрий. Ты в порядке? Да. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашел рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя возомнил? Имеешь в виду... Копом-пауком? А, Юрий? Ну ладно. Хэллоуин? Мне костюм не нужен. У Дилани внешность одного из моих злейших врагов. Пора выяснить, какого именно. Все в костюмах. Мои люди. Доктор Дилани где-то здесь. Надо найти его раньше Ли. Эй, гляньте-ка, мы братья-пауки! Зацени, как я могу! Тю-тю!
Клянусь, я вспомнил про Хэллоуин только когда... Приходите, приходите все в дьявольский зал зеркал. Простите, вы доктор Дилани? А, Человек-паук, мой давний враг, в этот раз не возьмем. О нет, дым, что же мне делать? Пришел твой конец, Человек-паук. Кто же ты, настоящий я? Теперь ты мой. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Дилани. Он где-то на вечеринке. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Ха, умник. Вроде в порядке. На нем трещины. Может, получится отблевать? Катар! Катар! Все! Все ешьте, деточки! Я не слышу вас! Тот швыряющий леденцы тип может быть Дилани. Нужно найти способ подняться туда. Сюда! Сюда! Никакой паутины. Как мне туда подняться? Мне нужен Айзек Дилани. Мне кажется, он на танцполе. Да вот он, ящерица в халате. Смотрите, это мальчик-паук. Раз я твой враг, давай драться. Давай потом. Что такое, слабак-паук? Боишься моего могучего рога? Эй, вы кто? А? Что вы делаете? Драка, прикончи его, человек-паук. Что за черт? Вот черт! С ума сойти, вам нужно? Катар! Катар! Эй, полегче! Скажите, что вам надо? Это розыгрыш, да? Это же не пушки. Назад, быстро! Отпусти! Доктор Дилани. Куда вы меня тащите? Кто вы? Вы недавно начали работать с кем-то в Оскорб. Откуда вы знаете? У нас нет времени, Айзек. Назовите имя. Thank you.
Шоу окончено, Ли! А нет, похоже, не окончено. Его имя... Доктор Морган Майклс. Благодарю. Нет! Юрий, нужна помощь. Сообщают о выстрелах в универе. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла.